Теплые вещи, обувь, спальные мешки, тактические рюкзаки. Часть самого востребованного волонтеры уже привезли в Одинцовский военкомат и передали мобилизованным. Это более 100 комплектов гумпомощи. Наши волонтеры помогают здесь. Как раз таким образом мы привлекаем их больше, развиваем патриотическое воспитание. Значит, в комплектах есть все необходимое, мы не смогли остаться в стороне. По словам военного комиссара Одинцовского округа Вячеслава Клявиня, резервисты обязательно пройдут переподготовку. После размещения в центрах мобилизованные граждане будут восстанавливать первичные навыки, так как все они уже служили в армии. С вами будет проведена дополнительная подготовка и доподготовка. Кто подобрал те навыки практически, которые получил в период военной службы. Проведено боевое слаживание, и после этого вы пойдете выполнять задачи, которые перед вами поставит ваше командование и Отечество. Каждый желающий может оказать гуманитарную помощь и принести необходимые вещи в волонтерский пункт, расположенный в Доме офицеров. Он находится по адресу город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 26. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово».